Да. Да. Это я. Спасибо вам огромное. Я сейчас буду. Ты чего сполошилась, курица? Яйцо снесла? Есть вакансия медсестры. Вау! Ну все, теперь начался обратный отсчет. На тебя посыпется всежизненное благо, собьет нефтяной фонтан во дворе. Придется ставить вышку. Возьмешь долю? Лерочка, я сейчас убегу, ты не спеши, мама тебя покормит. Ой, можно подумать, на автобусе ты доедешь быстрее. Ну давай тогда быстрее собирайся. Ой, так бы сразу. Слышишь, ты когда станешь профессором калистерных дел, подаришь мне эту раскладушку? Давно так хорошо не спала. Ты знаешь, куда нам ехать? Да, прямо сейчас, потом направо. Пушкинская, 10. А, все, я поняла. Хорошо. Ну, я побежала. Подожди, подожди, подожди. Алло. Привет, Артур. Не занят? Занят. У меня суд через час. А для особ с неуравновешенной психикой у меня отдельные часы приема. Только в психоневрологическом диспансере, при санитарах и в смирительной рубашке. Ну, а что тебе? Убогая. Слушай, я хотела перед тобой извиниться. Ну, не по-пацански поступила. А. Извини меня, пожалуйста, Артур. Ты там не сильно испугался? Станиски не намочил, нет? Чего? И знай, дорогой, заявление в полиции на твой гадюшник уже лежит. Да-да. Да пошли вы обе, кошки драные. Холодный. Ладно, я бегу. Давай. Не пух. К черту. Вот. Так. Наталья Анатольевна, окончили вы колледж хорошо? И стаж у вас приличный. На одном месте. О, и курсы массажа у вас. Прекрасно. А с чего вы из больницы уволились? Далековато было ездить. И так сейчас семейные обстоятельства складываются. А к вам в поликлинику гораздо ближе. А вас не смущает, что у нас нагрузка намного меньше, чем в больнице. И заработок, соответственно. Меня все устраивает. Хорошо. Мы обязательно рассмотрим вашу кандидатуру и думаю, что очень скоро сообщим ответ. Работа у нас ответственная, с людьми. Мы не можем ошибиться. Полицию она заявит. Ну, давай, давай, заявляй. Дурочка маленькая. Добрый день. Это вас беспокоит из-за дела кадров в 6-й поликлинике. Яков Соломонович, ты что ли? Не признал? Что? Коноплёва? Ну, ты знаешь, Коноплёву я бы не советовал. Да, не советовал бы. Что? Нечисто на руку. Ну да, мы здесь замяли. Ну, чтоб, ну, сам понимаешь. Ага. Да. Что делала? Выносилась сильнодействующее обезболивающее. Да, прямо из больницы. Угу. Да не за что. Это мой долг. Привет. Привет. Да. Коноплёва?
Добрый день. Из поликлиники беспокоят. Мы решили вас не брать. С прежнего места работы мы получили нелестную характеристику. Да, я поняла. Спасибо. Отказали? Почему? Уже другую нашли. Да ты что? Наташ, ну ты не расстраивайся. Как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Мам, мне в город нужно сейчас. Зачем? По делу. Ну давай, будь осторожна только. А, поцеловать? А, пока. Пока. Карточку берешь? Есть карточка? Толя! Толь! Ну, ты это, возьми мне компотик, да? Можно? Толя! Привет! Иди сюда ближе. Привет! Ну что, принесла? А как же? Ну, давай. Ты что, дура, принесла? Ты пей, пей! Чего так мало-то? Ну, здесь еще. Давай. Толя, ты давай. Ты иди вдоль забора, а я тебя там жду, хорошо? Тихо. Толечка, давай ко мне, пока никого нет, а? Или ты передумал? Кто передумал? Кто передумал? Давай. Анатолий Коноплев никогда не передумает. О, давай, Толечка. Свобода. Равенство. Да. Но, Пасярен. Давай, Толечка, аккуратно. Давай. Иди оттуда. Ой, молодец. Пойдем. Привезешь деньги, будет тебе исправка. Хорошо, договорились, давай. О, Коноплева, я хотел спросить, почему вы до сих пор не погасили задолженность по больнице, по аренде коляски, а? Вы сообщили в 6-ю поликлинику, что я уволена за кражу, да? А что за тон такой? Да, я сообщил. Меня спросили, и я ответил. И заметьте, я ответил чистую правду. Ну вы же знаете, что я не виновата, что меня подставили. Вас подставили. Ну и кто вас подставил? Инна Григорьевна. Ах, Инна Григорьевна. Интересно. И зачем это надо Инне Григорьевне? Затем, что за несколько дней до моего увольнения я заметила у нее в сумочке обезболивающие. В ее сумочке? В сумочке. То есть получается, что вы рылись в ее личных вещах, да? А простите, такой вопрос. У вас санкция прокурора с собой была? Инна Григорьевна даже не отрицала, что она выносит лекарства. То есть получается, вы знали о преступлении и не сообщили вышестоящему начальству? То есть вы тоже совершили преступление? Она мне пообещала, что она больше не будет так делать. И я ей поверила. Что-то у вас все складно получается. Эх, Коноплева, Коноплева, когда выкручиваетесь, вы хотя бы не подставляйте своих коллег и не обвиняйте их. Инна Григорьевна, уважаемый человек, она столько лет здесь работает, а вы... Вот, что Инна Григорьевна колола Корневу. Ну и откуда это у вас? От пациента, который умер из-за халатности Инны Григорьевны. От Корнева. Зачем вы забрали у меня ампулу? Зачем? Вот за этим. Это не доказательство. Понятно? Это мелочь. Но это еще и шумиха вокруг больницы. Вы хотите выгородить себя, а мне придется потом это все разгребать. Пошла вон отсюда. Ты ничего не докажешь. Пошла вон! Сумочки. Здравствуйте. Вижу, аппетит хороший. Не мешай мне обедать. А я в твоей конторе была, искала тебя там. Слушай, у меня перерыв короткий, и клиенты в конторе ждут. Ничего, подождут. Я по телефону тебе все сказал. А мне кажется, не все. Ты хочешь подробности? Ты... Мишку Клюева помнишь?
В прошлом году он наезжал на мой клуб. Ну, и где теперь Мишка? И где я? Ну? А история с попыткой рейдерского захвата? Помнишь, они еще в газетах писали? Ну? Не ну-ка, не запрягла! Так вот эти рейдеры сейчас бока на зоне греют. И так будет с каждым, кто пойдет против меня. Оставь Наташку в покое. Все, аудиенция закончена. А вот наш с тобой спор не закончен. Я не люблю проигрывать. Я не люблю, когда со мной разговаривают с позиции силы. Помнишь сказку? Где сила Кощея в иголке, а иголка в яйце, а яйцо на дереве, а дерево за морями и лесами. Маршрут запутанный, не спорю, но вполне внятный. Добраться можно. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Должен сообщить вам неприятную новость. Что случилось? Он жив? Ну, свидетель утверждает, что он очень даже жив. Так резво перебрался через забор, мы даже не успели среагировать. Как же так? Он же обещал мне. Наша недоработка, я признаю. Мы готовы выплатить неустойку, но, сами понимаете, у нас такой контингент, верить им нельзя. Может, он вернется еще? Мы тоже так надеялись. Он сам звонил. Требовал вернуть все деньги. Все деньги за лечение и лично ему. А я вот к маме твоей заходила. Она сказала, ты в город поехала. Вот я тебя и дожидаюсь. Наташ, ты где была? Где я только не была. Понятно. А поговорить об этом? Нет сил. Понятно. Нефтяной фонтан во дворе временно недоступен? Дай угадаю. На работу тебя не взяли. Артуш наговорил кучу гадостей по телефону. Папаша, Вася с утроенной силой сбежал из больницы? В точку. Сбежал таки? Да я ведь так просто для полноты картины ляпнула. Вот козел. Лер, я пойду. Послушай, я думала, мы прокатимся. Не знаю, как тебя, а меня дорога успокаивает. Я целый день не была дома. А я была. Я ж твоей маме обед разогрела. Да и вообще мы за жизнь потрещали. Знаешь, я ей напела, какая ты у нее замечательная, а она пожаловалась, что тебя по жизни не везет. Я все равно пойду. А сказать, что ты обо мне думаешь? Ты считаешь меня мерзавкой. И ты мне не доверяешь. Думаешь, я тебе специально под Артура подсунула. И это понятно. Я же пью, курю, трахаюсь без разбора, нюхаю кокаин, нигде не работаю. Закачаешься, портретик, правда? А ведь у меня тоже была заветная мечта. О чем тебе мечтать? Я считаю это недостижимым, у тебя все есть. Мечта была, да. Хотела сделать себе пластику. Нарастить рога на лбу. А на щеках бородавки. И раздвоить язык. И чтобы носу по три серьги с каждой стороны. Ужас. Ну почему это ужас? Представляешь, выбираюсь я в клуб, а там все на танцполе. И я туда, в платке. Срываю платок, а все как стояли, так и упали. И ногами трыгают. Кайф, да? Почему не сделал? Да я подумала, что... Ну, сорву я платок, и что? Никто и не гугу. Все или пьяные, или обкуренные. А я на всю жизнь трогать останусь. Как дура. Знаешь, я
давно махнула на себя рукой. Просто я никчемное существо, и это святая правда. Помнишь момент на балконе? Если бы тебя там не было, и я прыгнула, я бы даже не заметила, как коньки отбросила. Просто перешла бы в очередной бадон, и все. Ты больше меня от себя не отпускай. Ладно? Я отвечу. Да. Да, Виталий Леонидович, я рада вас слышать. Катаюсь на речном трамвайчике. Да нет, нет, это не то, что вы подумали. Если хотите, вы можете встретить меня на берегу. Хорошо, я сейчас все узнаю и перезвоню. Ну и кто этот Виталий Леонидович? Я надеюсь, не опять какой-нибудь владелец очередного клуба? Ведь ты у нас падка на плохих пацанов, да? Но как только все прояснится, ты первая узнаешь. Да ладно? Кстати, у меня есть кое-что интересное. Вот, послушай. Это не доказательство, понятно? Вы хотите выгородить себя, а мне придется потом это все разгребать. Ты ничего не докажешь. Пошла вон! Ого! А что это? Я зашла к нашему новому завотделениям и намекнула, что я знаю о манипуляциях Инны Григорьевны. Он так занервничал, засуетился, он выхватил у меня ампулу. Но зачем честному человеку так нервничать, да? А настоящую ампулу я спрятала. Теперь у меня есть чем идти в полицию. Ну ты даешь, Матахари. Ой, ну, я реально не ожидала. Я сама не ожидала. Это все от того, что я представила, что я — это не я. А ты? Яркая, да? Уверенная победительница по жизни, да. Да ладно. Помнишь, ты сама мне советовала. О боже, это же моя любимая песня! Смотри и учись! Посвящается моей боевой подружке Наташе! Красивые куклы так невинны, блондинки, брюнетки и мальвины. Дорогие и не очень куклы всегда. Проходи, дочка, проходи. Вот, если хочешь подкрепиться, то давай присаживайся. Давай, проходи. Выпил уже. Знаешь, в этой лечебнице они уже уколами жарить начали. Эти психологи и шмихологи с беседами душеспасительными не отвяжутся. А контингент там какой, а? Какой контингент? Зря вы все это со своей подружкой, все это дело затеяли. Зря это, конечно. Папа, ты помнишь, у нас в деревне за огородом две яблони росли? Ну да. Помнишь то лето, когда ты там качели сделал? И катал меня высоко-высоко, а мама бегала вокруг. Боялась, чтоб я не упала. Помню, конечно. Там еще колодец был. А, да, колодец. В нем еще-то вода такая плохая. Помню. Мы ее на полив грядок таскали.
Да, да, да. Помнишь, ты два больших ведра тащил? А я маленькая, пластмассовая. Да. Летит времечко. Уже почти 10 лет прошло. И тогда последний раз туда ездили. Ну хорошо, а что ты вдруг, дочка, об этом вспомнила? Да я все думаю. Если бы ты тогда не ушел, мы бы, наверное, до сих пор ездили в деревню, грядки поливали, на качелях катались. Если бы таковы. Вот. Жизнь бы твоя по-другому сложилась. Это все ведь от чего пошло, помнишь? Кризис, работу потерял, трудности испугался. А водка, она ведь помогает справиться с совестью. Ты мне, дочка, на эту мозоль не дави, я ведь и врезать могу. А ты врежь. Врежь, папа, давай. Врежь за то, что я одна к тебе прихожу, врежь. Все уже тебя презирают. Ты сейчас малодушничал, ты сейчас испугался. Тебе шанс дали жизнь свою поменять, а ты что, сбежал? Потому что так проще, потому что выпил и герой. Ну все, все, хватит, все. Пап, ты трус. Хорошо, я трус. Трус и слабак. Хорошо, я трус и слабак. Все, вот я какой есть. Все, меня не переделаешь. Конечно. Легко на себе крест поставить, правда? Прости. Ведь это я. Я тогда деньги из кошелька забрал. И я заначку твою на отпуск тоже. И колечко Валентинина. Но в больницу я больше не пойду. Пап! Ни ты не приходи больше. Ну нет у тебя папки. Ну все, забудь пап! Все. Ну уходи! Что ты? Или в частном доме живешь? Тут сосед. Здравствуй, Наташа. Наташ! Что-то ты плохо сегодня выглядишь. Не выспалась? А мне лабухи звонили. С речного трамвая. Приглашали на гастроли. Я вот думаю, может согласиться? Радостно и свежая копейка. Ты можешь расторгнуть договор с клиникой и забрать свои деньги. Папа там больше не появится. Ты уверена? Он звонил туда со скандалом, требовал отдать все деньги ему. Вот урод. А хочешь, я с ним поговорю? И с этой его помойной лошицей? Поверь, я так скажу, им понравится. Не надо. Я туда больше ходить не буду. О, уже на рюмку упал, да? Не мог меня дождаться. Отвянь. Слушай, Толь, может, пора уже денег зарабатывать, а? А не можешь зарабатывать, так поди чайники да тазики по помойкам поищи. Отвянь, говорю. А, мы же о своем светлом будущем думаем, да? А ты не спугни его будущее, Толечка. Что, вылечила тебя твоя дочурка? Наташку не трожь. Она у меня была только что здесь. Ух ты! Небось, в больничку уговаривала вернуться, да? Да, уговаривала. Потому что она человек. А, да я ее такой воспитал. Я. Я. А кто обо мне подумает, Толя, вот ты мне скажи, вот зачем мы с тобой живем? А? Вот зачем я с тобой живу? А я за тебя спрятался. Спрятался, как за забор, понимаешь? Чтобы не видеть. И за бутылку спрятался, чтобы не слышать. Понимаешь, ты хуже водки. Потому что она хоть молчит, а ты никак заткнуться не можешь. Так ты давай, вылазь из-за забора. Слушай, пойди к жене, а попроси у нее прощения.
А вдруг она тебя простит? И будешь всю жизнь коляску возить инвалидную, а? Вот я так и сделаю. Стой, ты куда это? Жене. Какой жене? Она из-за меня инвалид. Да будь ты проклята, стерва! Ах ты, зараза! Алло. Давай все решим полюбовно. Я все про тебя знаю. Адрес, телефон, всю твою подноготную. Ты же не хочешь, чтобы я поступил некорректно? Я тоже этого не хочу. Нет, Артур, мы не уладим это полюбовно. Слушай, ты мне нравишься все больше и больше. Я тебе тоже понравлюсь. Артур, отстань от меня, скотина! Я иду в полицию, понял меня? Наташенька, приезжай, отца убили. Так, 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 расходимся. Так, 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 девушка, девушка, стой. Спасите! Отпустите! Это же папа! Я вижу фамилию Коноплев, но даже не подумал, что к вам имеет отношение. Я тоже удивилась, увидев вас здесь. Вы не говорили, что работаете в полиции. Дим, принеси воды. Видишь, девушке плохо. Честно говоря, я не рассказывал. Многие думают, что если из полиции, то… Я бы никогда так не подумала. Спасибо. Никто не должен знать, что мы хорошо знакомы. Иначе меня отстранят от дела, и я не помогу тебе. Спасибо. Вы поняли меня. Расскажите, какие отношения у вас были со своим отцом? Папа, конечно, характер был не сахар, но я приходила к нему, помогала. Но вы же знали, что он пил. Я надеялась, что он бросит, что он жизнь свою наладит. У меня просто в голове не укладывается. Наташ, 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 спокойно. Скажите, о чем вы разговаривали со своим отцом в день его убийства? Мы прошлое вспоминали. Он прощения за все попросил. Он будто бы предчувствовал. На сегодня хватит. Распишитесь здесь и здесь. Я вас вызову. Ты что, ее знаешь? В больнице, где я лежал, медсестрой работала. Хорошая девчонка. Ты ли это, Сорокин? Дим, где протокол осмотра места действия? Где протокол опроса соседей? Где протокол, о котором мы с тобой два дня уже разговариваем? Уже никто ни во что не вмешивается. Ну вот и работай. Наташа, забыла сумку. Спасибо, Виталий Леонидович. Ну какой Виталий Леонидович? Просто Виталик. Сочувствую твоему горю. Потерять отца – это тяжело. Тихо, 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 тихо.
Надо держаться. Я все сделаю. Спасибо. А потом я домой вернулась. Гляжу, а Толик уже не дышит. Ну, вот так все и произошло. Только я ведь не специально. Я ведь даже не помню, как нож схватила. У меня ведь в голове помутилось, когда я услыхала, что Толик хочет к своей первой жене уйти. А ведь все из-за нее, из-за дочурки его. Это она только настропалила. Все ходила, все настраивала его. Коноплева Наталья. Она самая. И если бы не она, Толик сейчас был бы живой. И я бы здесь не сидела. Итак, а теперь рассказывай все в малейших подробностях. Что, где, когда, орудие преступлений и прочее. Наташ, ну хватит уже. Нашла кого оплакивать. Мам! Давай. Лучше поговорим о похоронах. Можно снять зал прощаний. Организационную сторону я возьму на себя. И все оплачу. Спасибо тебе, Лера. Мы и так перед тобой в долгу, но я думаю, что... Вот, Наташенька, определится с работой, я постепенно найду надомную и потихоньку тебе отдадим. Да нет, я эти деньги из клиники забрала, поэтому они на похороны пойдут. Тем более я эти деньги Наташке подарила за мое спасение. Спасибо тебе, Лера. Да, все по чесноку, не волнуйтесь. Я вытащу тебя отсюда. Это шутка такая, что ли? Не шутка. Пиши. Заявление. Я Матвеева Ольга Ивановна. Когда я подошла к дому, я увидела, что из подъезда выходит Коноплева Наталья. Дочка моего мужа Анатолия. Я вошла в квартиру и нашла своего мужа убитым. Пиши. Орудие преступления, то есть ножа, я не обнаружила. Я вызвала полицию и взяла вину на себя. Потому что хотела выгородить Наталью, чтобы не поломать ее молодую жизнь. Да пусть она хоть треснет. Это вообще все из-за нее. Слушай, заткнись. Ты вообще на волю хочешь или нет? На волю, начальник, деньги нужны. На жизнь. А здесь кормят на шару. Будут тебе деньги. Пиши. В камере я поняла, что прикрывать убийцу безнравственно.
Да, и напиши, что у Натальи с отцом были неприязненные отношения. Че? Неприязненные. Ну, плохие отношения у них были. А? Потому что она не могла простить его обиды матери. И чё? Меня выпустят, а её посадят? Если будешь меня слушаться. Да. Алло. Алло. Квартира Коноплёвой? Да. Из полиции. Можно телефон Наталью Коноплёву? А её нет. Нет. Она на кладбище поехала. Будет вечером. Добро, добро. Плановая проверка сантехники. Здравствуйте. Можно к вам? Да-да. Ага. Проходите. Так. Скажите, пожалуйста, я вам нужна? Отдыхайте, хозяйка. Я проверю краны здесь и в ванной. Замена сальника будет бесплатной. Если что нужно, позову. Хорошо. Ага. Спасибо. Да. До свидания. Слушай, Сорокин, завалили какого-то алкаша, и дело еще не в суде. Чего ждем? Это же бытовуха. Работаем, товарищ полковник, работаем. И как успехи? Первоначально она признала свою вину. От соседей есть показания о неблагополучии и о драках с рукоприкладством. После чего… После алкашка изменила показания, а мы не знаем, что делать. Вот. Жалоба адвоката. Подозреваемая указывает на другого убийцу, а ты не реагируешь. Задержанная указывает на дочь потерпевшего. Но она же не могла убить. Это почему же? Ты что, людей насквозь видишь? Я требую от тебя дополнительных следственных действий. Орудие преступления не найдено. Признание алкашки было на словах. Квартира дочери на предмет орудия не осмотрена. Как это называется? Или тебя отстранить от дела? Вас понял, Эдуард Федорович. Буду работать. Иди, работай. Значит, вы сообщили, что в день убийства видели, как из подъезда выходила дочь потерпевшего, Наталья Коноплёва, так? Видела. Она к нему часто ходила. А вот Толик-то с ними не жил, а она все ходила. Что-нибудь необычное заметили? Вы знаете, да. Что именно? Не в себе, как будто бы Наташа была. Я с ней поздоровалась, а она прошла мимо, как будто бы не слышала, и все.
В руках не держала ничего? А что вы имеете в виду? Нож, например. Нож? Нет, не заметила. Сумочка у нее была через плечо. Маленькая такая. В общем, как обычно. Спасибо. Ну вот, все это ты расскажешь в суде. Понятно? Послушайте, я хотела спросить. Что? А можно мне бумажку назад? Какую бумажку? Ту, которую я накатала. Я хочу отказаться от нее. Ты что, не догоняешь? Это бумажка для тебя. Билет на волю. Мне на воле делать нечего. А в колонии ты ни о чем не думаешь. Строим туда, строим сюда. Кормежка, одежда, самодеятельность. Я же убила в сердцах. Мне за это много не дадут, так что давайте бумажку и все. Слушай, ты, хромосома-то унита. Если ты еще хоть слово вякнешь, у тебя дома найдут наркоту в особо крупных размерах. Вдобавок к убийству, это уже пятнашка, не меньше. И на строгом режиме, без самодеятельности. Врубаешься? Нет? Значит так, спокойно подтверждаешь свои показания в суде, а потом до конца жизни ставишь за мое здоровье свечки в церкви. Ясно? Ясно? Ясно. Я не понимаю, это что, обыск? Виталий Леонидович. Валентина Михайловна, пожалуйста, успокойтесь. В рамках дела мы должны изъять из квартиры все ножи. Ножи? Зачем? Начнем с кухни. Быть такого не может. Ну да. Нож сам на кухню залетел. И следы от крови тоже сами замылись. Виталя, на ноже пальчики дочери. И нож соответствует размерам раны. Да знаю я все. Не укладывается у меня в голове. Ну, дочь убивает отца? Я знаю ее. Она этого сделать не могла. А я вот что раскопал. Она недавно устроила своего папашу лечиться в клинику. От алкоголизма. Дорогую, между прочим. Откуда у нее деньги? Ее уволили. И это тоже уточнил. Уволили практически. По статье за воровство. Да знаю я все. Нет там ничего. Подставили ее. Ты только чувствам волю не давай, когда говорят факты. Папаш-то нынешний покойник из клиники сбежал. Значит, кинул дочь на приличные бабки. А чем не мать? То есть как выходит? Она убивает своего отца, хладнокровно замывает кровь, относит нож на кухню, резать капусту и морковку. Расчет на то, что никто в такое не поверит. Соседка убитого утверждает, что ножа у нее не было. Сумочку положила. Но следов крови в сумке нету. Завернула во что-то. Бред какой-то. Верь, не верь, как говорится, против фактов не попрешь. Не в то ты влюбился, гражданин начальник. Заходим. Располагайся. Ну, здорово, Птаха. Здравствуйте. И какую загребли?